Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался у нас в прямом смысле последний урок, который мы непременно сделаем. Опять же, сегодня мы подготовимся к нескольким важным отчетам, хотя делали это на протяжении всей недели. Сегодня мы уже увидим фактические цифры по темпам экономического роста ВВП США. И, безусловно, под конец дня, на мой взгляд, можно так сказать, даже десертом заключительной торговой сессии станет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, который... уже отталкиваясь от последних макроэкономических отчетов, непременно должна пролить свет по поводу того, что же нам стоит ожидать как участникам рынка от планов американской федеральной системы по поводу корректив денежно-кредитной политики. Об этом давайте поговорим конкретнее, но начнем мы традиционно с нашего обычного, любимого вступительного актива, которым открываем каждый брифинг. Это динамика черного золота и, собственно, того, что показывает Brent. Клоз вчерашнего дня 50.07. Сейчас актив торгуется недалеко от отметки 49.80, и есть основания полагать, что коррекция продолжится и дальше. Если подвести итоги вчерашней торговой сессии, отталкиваясь опять же и в том числе от фундамента, нужно отметить, что причин для ценовой разгрузки на самом деле было достаточно. Во-первых, это укрепление позиций доллара. Совершенно очевидно, что сейчас американец чувствует себя, возможно, самым лучшим образом среди многих других инструментов, но особенно среди активов развитых рынков. Доллар регулярно получает поддержку со стороны национального макроэкономического фона. Вчера день не стал исключением. По сути, четверг и пятница этой недели как раз те самые дни, на которые пришли самые важные релизы. Вчера у нас были заказы на товар длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Когда переключимся на пару USD-йен, мы подробнее остановимся на этих отчетах. Но я думаю, что вы и без меня уже могли обратить внимание, что мы видели позитив по обоим этим релизам. Соответственно, учитывая то, что сейчас трейдеры на американскую статистику смотрят не просто как на регулярный отчет, который может повлиять на поведение доллара, но и как на аргументы, стимулы и фактические катализаторы предстоящего решения ФРС по ужесточению монетарной политики, а доллар, конечно же, реагирует на них более динамично. Ну а мы копим статистику, понимаем, что до заседания ФРС, которое состоится в середине июня, остается фактически 2 с небольшим недели, то есть еще совсем немного. И в прямом смысле, как и ФРС, мы также выходим на финишную прямую своих ожиданий, потому что до этого периода у нас еще будет non-farm payrolls. Еще раз посмотрим на рост заработных плат, на динамику индекса потребительских цен, и уже в конечном счете подойдем к самому заседанию вооруженными, на мой взгляд, более объективной картины, чем это было ранее, которая вряд ли будет разниться с теми ожиданиями, которые преследуют другие участники рынка, и той позиции, которая может быть анонсирована, собственно, самим ФРС. Вчера вышла хорошая статистика, как я уже отметил, она поддержала позиции доллара, и поскольку сейчас растет вероятность того, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки, мы понимаем то, что доллар в любой момент может и дальше реализовывать свой бычий потенциал, поскольку товар сырье номинировано как раз в американской валюте, то рост доллара может выступать фактором ослабления для, в том числе, и энергетического актива. Вторая причина, которой не стоит сейчас гнушаться, это все-таки мощнейшее сопротивление $50 за баррель. Психологический рубеж, и все было бы ничего, конечно же, если к этому уровню мы подошли бы с нормальным фундаментальным фоном, который мог бы объяснить состоятельность этого ралли. Но сейчас этого не происходит, и мы понимаем то, что для того, чтобы актив Brent и WTI оказались выше этой планки, нужен, конечно же, более серьезный фундамент, и уж тем более покруче, чем регулярная статистика по запасам нефти США. Поэтому то, что этот уровень не устоял, то, что этот уровень будет серьезным, и то, что для его пробоя нужен более серьезный фундамент, более стоящие предпосылки, это
также выступает еще одним фактором того, чтобы бренд все-таки пока подержался ниже отметки 50. Не стоит забывать и про традиционный эффект пятницы, когда на фоне состоявшегося ралли по, в частности, бренду, это совершенно очевидно, потому что актив буквально даже закрыл вчерашнюю торговую сессию выше 50, ралли было более чем чрезмерным. И в пятницу, когда трейдеры обычно фиксируют результаты сделок перед выходными, мы наблюдаем противовес обратной тяги, то есть откат. Это происходит по причине закрытия профита и фиксации результата. Поэтому сегодня уверен, что снижение бренда продолжится и дальше. Полагаю, что мы имеем все основания, чтобы добраться до отметки 48.50, но это все равно очень высокие значения, которые не хотелось бы видеть дальше, потому что нам нужны ценовые рубежи гораздо ниже текущих значений. Хочу сделать еще акцент на объективные и, на мой взгляд, стоящие фундаментальные предпосылки, которые по-прежнему сигнализируют о состоянии переизбыточности рынка энергоресурсов. И этот переизбыток пока как проблему решить не удается. Да, у меня сейчас нет статистики, которую я бы мог вам обозначить и, собственно, подкрепить ваши ожидания верных медвежьих прогнозов. Но уверен то, что не уверен, а не сомневаюсь, буквально через неделю у нас будут уже новые цифры от ОПЕК, как я вам обещал. Эти данные я тут же анонсирую в ходе брифинга. Но я советую уже готовиться к тому, что мы большую ставку сделаем снова на Иран. В Иране постоянно, регулярно увеличиваются, соответственно, цели по производству, задействуются новые производственные мощности, и Иран движется к своей цели поднять планку выше даже тех уровней, на которых она наблюдалась до введения санкций со стороны США. Сейчас ближайшая цель 4,5 миллиона, и если все пойдет таким же чередом, как до этого было, то рынку, в принципе, нужно готовиться к дополнительному предложению, которое будет создавать по-прежнему хороший повод для разгрузки бренда. Но вот когда он воспользуется этим поводом, и когда мы увидим эту коррекцию, это, конечно же, большой вопрос, который волнует не только меня, но и всех тех, кто делает ставку на оправданную и фундаментально обоснованную коррекцию. Сегодня из отчетов, раз уж мы сослались на поведение доллара, объясняя динамику нефти, мы продолжим следить за статистикой США, тем более, что, как я отметил в начале брифинга, у нас данные по ВВП и пресс-конференция руководителя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Ждем поддержки для американца и со стороны первого релиза, и со стороны пресс-конференции. И ждем дополнительного давления на нефть. И уж совсем было бы классно, если бы под конец дня, когда выйдет традиционный еженедельный отчет от Baker Hughes по количеству нефтяных платформ, мы бы увидели прирост. Я понимаю то, что шансов крайне мало, меньше, чем повышение процентной ставки в июне, но все равно надежды есть. Тем более, что рынок уже некоторое время назад стал закладывать ожидания того, что спад сокращения, снижение темпов сокращения, это как раз то самое начало для последующего роста. И мы видим то, что цены текущие, практически 50 долларов за баррель, они создают условия для возвращения на рынок сланцевых производителей. Поэтому, если в ходе предстоящего отчета мы увидим прирост, тогда у нефти появится очень серьезный фактор для локальной разгрузки. Ну а пока давайте руководствоваться все-таки более-менее адекватными, ну пусть и оптимистичными ориентирами, связанными с тем, что бренд может закрыть эту неделю на отметке 48.50, но в идеале бы увидеть, конечно же, и пониже. Российская валюта 65.86, рубль продолжает держаться выше 65, и мы понимаем то, что ниже этой отметки пара вряд ли уйдет, потому что ограничено движение даже нежеланием российских монетарных властей отпускать рубль еще ниже, учитывая проблемы с дефицитом. Мы понимаем то, что сейчас идет активный спрос на валюту спекулятивного характера в преддверии вероятной девальвации рубля из-за снижения нефти. Ну и мы постоянно делаем ставку на потенциал коррекции
собственно, энергоресурсов, которые напрямую повлияют и на поведение российского валютного актива. Поэтому у нас сохраняется канал. Я думаю, что какое-то время он будет еще актуален. Все зависит от того, насколько выраженным будет дальнейший тренд по нефти. Но все-таки я считаю то, что текущие значения, как я повторяю уже не первую неделю, являются комфортными для занятия длинных сделок. И это период, который, по сути, был подарен рынку самым, скажем, нерасторопным трейдерам, которые не принимают решения тогда, когда это необходимо. Рубль котируется рядом с планкой 65 в течение длительного периода времени, и мы настраиваемся на потенциал еще большей девальвации. Цели остаются неизменными – 68-70. Европейская валюта против доллара. В целом мы видим то, что канал консолидации сохраняется и в рамках главной валютной пары 1.1150-1.12. Сейчас евро-доллар торгуется рядом с отметкой 1.12. Но вот когда я записал несколько минут назад конкретные ценовые ориентиры, это 1.1194. Если обратить внимание на вчерашнюю торговую сессию, рост евро, с чем его можно было связать? Конечно же, с ралли, который мы наблюдали на рынке нефти, поскольку пробой психологического сопротивления 50 поспособствовал росту интереса в отношении прочих рисковых инструментов, собственно, так же, как и нефть. Евро не стало исключением. Если все-таки отойти от рыночных ожиданий и по-прежнему рассматривать ситуацию, которая характерна для валютного блока, здесь в рамках даже этой недели, ну лишь прошлой, тем более, мы получили много сигналов, указывающих на то, что в ближайшее время велика вероятность услышать анонс новых мер экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка. И напоминаю вам то, что об этом мы можем услышать уже на следующей неделе, потому что на следующей неделе будут пересматриваться ставки на рефинансирование и ставки по депозитам. И, разумеется, состоится пресс-конференция Европейского центрального банка, где на все вопросы, я уверен, с свойственным и обычным красноречием ответит председатель европейского регулятора Марио Драги. Много вопросов будет касаться дальнейших планов, и я думаю, что есть все-таки вероятность услышать снова тот факт, что ЕЦБ держит руку на пульсе, следит за статистикой и готов при необходимости дополнительно поддерживать экономику через новые стимулы. Если уж не статистика, которая была много плохой, прежде всего по данным по индексу потребительских цен, то хотя бы прямые формулировки возможных интервенций со стороны ЕЦБ могут оказать как раз то самое долгожданное воздействие на евро, чтобы европейская валюта против доллара наконец-таки обозначила для себя в качестве реализованной уже новую поддержку 1.11 и пошла еще ниже. Нужен сигнал, нужен повод, мы это сейчас понимаем. И то, что пара уже длительный период времени не может выбраться из этого диапазона, это как раз и подтверждает тот факт, что рынок ждет какого-то стоящего сигнала. Но на следующей неделе этих сигналов будет хоть и добавлять, потому что помимо ЕЦБ у нас еще Non-Farm Payrolls и, собственно, еще несколько важных отчетов по американскому рынку. Также, чтобы не отходить далеко от европейской валюты, я рекомендую трейдерам, которые прежде всего торгуют этой валютной парой, не забывать и про тот фон, который у нас идет со стороны США. И в целом это возвращает нас к идее контрастности политик. Это ключевая, наверное, фундаментальная идея и основной коррекционный посыл для евро. Но вот когда он все-таки даст о себе знать и проявится в динамике евро, это большой вопрос. Но учитывая то, что евро уже свалилось с уровня 1.16 до отметки 1.12, может быть, мы как раз и наблюдаем вот это постепенное дисконтирование стоимости, расхождение монетарных курсов и ожидание новых мер стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Сегодня национальной статистики для евро от трейдеров не будет, но у нас вполне компенсирует его отсутствие, хорошие и сильные данные из США, ВВП и пресс-конференция от Джанет Йеллен. Как раз на них мы будем делать ставку, ожидая рост доллара и дополнительное давление на евро. Фунт против американца 1.4673. Вчера мы наблюдали, как пара добралась до нового локального хая 1.4738. И хорошо, что оттуда последовала коррекция, потому что мы, в принципе, настраивались на нее. Ну и без того фунт забрался очень высоко. Вы помните, что мы сделали ставку на оценку
и реакцию трейдеров на отчет по ВВП. Это оценка заключительная за первый квартал. И наши предположения оказались оправданы, даже учитывая то, что большинство экспертов рынка не обращали внимания на, может быть, последнюю статистику, поэтому предпочли даже не пересматривать цифры по темпам экономического расширения. Мы с вами сделали ставку на катастрофический спад в строительном секторе, в сфере услуг и в промышленности. И учитывая еще и риски неопределенности, это позволило нам поставить на то, что ВВП может просесть. И по факту все было именно так. 0,4% в квартальном приросте с 0,6% годовой показатель с 2,1 мы увидели снижение до 2%. На мой взгляд, это нормальные цифры. Может быть, даже были основания, или, по крайней мере, поводы увидеть цифру еще хуже. Но еще не вечер. У нас будет уже скоро оценка за второй квартал. Думаю, что с этим отчетом ситуация будет еще хуже. Я продолжаю ставить на то, что фунт до сих пор никак не отреагировал на рост американца. Фунт всячески игнорирует ту статистику, которую мы получаем в последнее время. Фунт не задумывается о тех рисках, которые, как дамоклов меч, висят над ним по причине приближающегося Брекзита и настойчиво продолжает обновлять локальные хаи. Рано или поздно это должно закончиться. Я надеюсь, то, что мы уже находимся на пиковых значениях, которые позволяют продавать пару с комфортных уровней, тем более, что точно такую же рекомендацию вчера своим клиентам дал и JP Morgan Chase. Я надеюсь, то, что вы также задумываетесь о коротких сделках по фунту и целите вместе со мной на отметку 1.42 и 1.40. Доллар японская иена. Здесь все зависит уже от американских макроэкономических данных и того фона, который идет со стороны Банка Японии. Также мы не можем оказаться выше отметки 110, только создаются условия для тестирования этой планки, как пара снова сдает назад. Вчера макроэкономический фон способствовал тому, чтобы американец оказался выше, поскольку заказы на товары длительного пользования вчера показали на серьезный прирост 3,4% против прошлого на 1,9%. Заявки на пособие по безработице по факту 268 тысяч, 278 тысяч. И помимо прочего, мы вчера послушали еще комментарии со стороны председателя и руководителя ФРБ Сент-Льюиса Булларда, который отметил, что текущая ситуация, которая складывается на рынке труда, создает хорошее основание для роста инфляции. И рынок недооценивает возможность решительности американского регулятора в ходе июньского заседания. И под завесу дня выступил еще член комитета федерального фонда по открытым операциям на финансовых рынках Паулс, который также подчеркнул готовность, собственно, американской экономики к ужесточению монетарной политики. То есть за последние две недели мы с вами уже набрали не только достаточно фундаментальных данных и статистики, но и еще, собственно, позиции со стороны голосующих членов о том, что мы можем дождаться этого долгожданного решения уже в рамках предстоящего заседания, то есть в июне. Вероятно, сейчас оценивается то, что ставку поднимут уже в 46%. То есть каждый день мы видим, как этот процент увеличивается. Поэтому давайте тоже не будем отказываться от таких ожиданий. Сегодня следим за данными по ВВП в 15.30 по московскому времени. И в 20.15 состоится выступление Джанет Йеллен, которая будет говорить о планах ФРС по нормализации денежно-кредитной политики, отталкиваясь от последний фундамент, который был сформирован и проявлен на рынке. Ждем поддержки для доллара, и я надеюсь, то, что сегодня мы сможем оказаться уверенно выше 110 йен против американца и подняться еще выше. Из других активов, в принципе, все без изменений. Австралиец снижается, 0,7226, коррекционная динамика характерна для новозеландца. Доллар-франк у нас постепенно приближается к паритетному значению. Сейчас 0,9890, уже совсем скоро окажемся выше 0,99. Что касается USDCAD, то актуальные котировки сейчас
1.2988. Сейчас уже, уверен, могли оказаться даже выше отметки 1.30. Мы вчера анализировали ситуацию с действиями и решением Банка Канады по процентной ставке. Она осталась неизменной. Но Банк Канады ясно дал понять, что оставляет возможность такого решение на последующее заседание, потому что дорогая канадская валюта экономике не нужна. Если нефть найдет основание, исходя из того, что мы сказали, корректироваться в рамках сегодняшней торговой сессии, давление на канадскую валюту усилится, и в противовес еще давление на канадца могут усилить и ожидания, и уже по факту выхода фактические цифры по американскому рынку и, в частности, по темпам экономического восстановления. Поэтому по USD/CAD я считаю, то, что пара сегодня имеет все основания, чтобы оказаться выше отметки 1.3050. Из важных событий сегодняшнего дня: в 15.30 ВВП, в 17.00 Мичиганский индекс, в 20.00 отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ, будем надеяться, увидим прирост. И в 20.15 конференция Джанет Йеллен, где настраиваемся на еще больше ускорения и появление триггера для усиления позиций американской валюты. Учитывая то, что волатильность у нас возрастает буквально с каждым днем, я продолжаю анонсировать ежедневные бонусы, которые вам доступны в том случае, если вы согласитесь поменять их на кодовое слово. Сегодня давайте в качестве кодового слова возьмем ФРС, величина бонуса 16%. Единственное исключение, что сегодняшний бонус, в отличие от других, действует, собственно, так же, как и всегда, до следующего брифинга. Но следующий брифинг у нас в понедельник. У вас есть возможность в течение, по сути, 3 дней принять решение, увеличивать либо не увеличивать покупательскую способность ваших депозитов. Решать, безусловно, вам. Ну а с вами увидимся уже в понедельник на утреннем брифинге. Не забывайте также о том, что, как и всегда, в 16.30 по московскому времени состоится вебинар, где мы еще раз пробежимся по основным фундаментальным событиям текущей недели. Большое спасибо за внимание, хорошей заключительной торговой сессии, попутного тренда и замечательных выходных, до которых остается еще совсем чуть-чуть. Всего доброго, до свидания.